обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. И с девушкой рядом на заднем сиденье обычный парнишка, парнишка сидит. Одет был он просто, джинсы, футболку, и видно, что парень встречался с бедой. На вид 26, ничего он не прожил, но был этот парень абсолютно седой. И вот остановка, и в поступе тяжкой в автобус заходит старик ветеран. Что парень подняться не может, старик оборзел и пошел на таран. Ты что же, паскуда, подняться не можешь, ведь я за тебя 5 лет воевал. Я за тебя под пули бросался, ведь я за тебя чуть жизнь не отдал. И все оглянулись, и все посмотрели, а парень тот медленно, медленно встал. Сказал он глаза ветерану: я тоже, отец, за тебя воевал. В глазах его отразились разрывы, зверства душманов, машин, караван. То страшное слово, то страшное слово, слово «афган». И парень хромой пошел по салону, и больше с тех пор я его не видал. А ветеран опустился на кресло, схватился за сердце и зарыдал. Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. Девушка рядом на заднем сиденье, с тех пор уж никто не знает.